Всем привет! Продолжаем бродить по Петербургу. Подольская 9.11. Архитекторы Тацки, Бруни. Год постройки 1878-1901 год. Стиль эклектика. 1878 архитектор Христиан Христианович Тацкий. Доходный дом. 1901 архитектор Юлий Федорович Бруни. Тоже доходный дом. Данные сайты сети Волс, их немного, но которые есть. В этом доме в 1904-1905 годах жил историк Тарли. Историк Тарли. Евгений Викторович. Советский историк, академик Российской академии наук. Он известен своими книгами о вторжении Наполеона в Россию и о Крымской войне, а также многими другими произведениями. Квартира 20 проживали Чидины Людмила Васильевна, сотрудница детского дома 55 на Правды 20, эвакуированная вместе с детьми в 1942 году в Горьковскую область. Чидин Василий Иванович и Чидина Мария Николаевна. Вот такие данные на сайте сети Волс по дому Подольская улица 9.11. Пока-пока, до свидания.